Мэрия борется с незаконной установкой наружной рекламы в городе. Чиновники полагают, что такие билборды могут стать причиной аварии на дороге. Также они нередко портят и архитектурный облик города. К сожалению, несмотря на то, что мы стараемся не допускать, в большом количестве идут паспорта на новые рекламные места. И мы просто скоро, если дело так пойдет, города не увидим за данными баннерами. Потому что как по волшебству все согласования проходят, хотя, казалось бы, в этом месте устанавливать данную конструкцию невозможно. Антимонопольная служба уже готовит новый проект положения о рекламе, в которой будет прописаны два момента. Должны проводиться аукционы на установление того или иного рекламного щита, а также монтаж конструкции должен согласовываться с коммунальными службами «Орла». Конструкции появляются ежедневно, вот, ночью ставят, ну, будем спиливать. То есть по факту выявления конструкции мы ждем, пока на ней появится реклама. После этого рекламодателю мы направляем письмо, в котором сообщаем о факте административного преступления, совершенного в городе, вот, и просим предоставить информацию о том, с кем заключен договор на размещение данной рекламы. Те затраты, которые мы сегодня несем на демонтаж конструкции, это не безвозвратные затраты в бюджет, а эти деньги возвращены. В частности, по двум конструкциям, которые мы уже демонтировали, деньги уплачены в бюджет.